want to be honest with you regarding some of my visions and opinions on the future of all that Web3 has to offer. But before we go there, do want to listen to this? Развитие событий в мире до мая 2023 года. Но там есть места, и я бы хотел обратить на них особое внимание в ноябре 2022 года. И те, кому это интересно, присоединяйтесь к прослушиванию, так как речь идет о пиковых событиях в обществе, в экономике и финансовой сфере, и не только. Итак, к 25 октября все процессы разрушительного толка будут достигать высоких величин и будут пытаться создать полюс уничтожения. Здесь стоит вспомнить тот интересный феномен, когда стая муравьев вдруг начинает ходить по кругу, и постепенно количество муравьев в этом круге увеличивается. Это гибельный круг, и муравьи в нем в конечном счете гибнут. Но те, кто приближается к нему, втягиваются как магнитом и тоже начинают ходить по кругу и потом погибать. Так что в такое время очень легко быть втянутым в эту воронку. И, по сути, приближаться к ней нельзя. Это гибельно. Это время будет создавать такие формы вовлечения в гибельную среду, что многим сложно будет удерживать себя в нейтралитете. К 25 октября солнечное затмение задаст тон финансовым переменам. Вернее, тенденция к переформатированию всей системы. Переформатирование. Здесь же речь может идти и о нарушении водного баланса на планете. Это может проявиться в ближайшем будущем, а может и сразу дать о себе знать. Время по внешним признакам катастрофичное. И к лунному затмению 8 ноября приурочится колоссальная финансово-информационная стрессовая ситуация. Стрессовая ситуация. Неадекватность реакции СМИ, финансовых институтов. Биржевые тренды будут находиться в режиме истерики. Естественно, острые рыночные колебания станут палачами прежней мировой экономики, и переживаний может быть очень много. Это момент критической трансформации процессов. Будет казаться, что мир рушится, а новый еще не пришел. Контролировать ситуацию будет почти невозможно, и создание того самого муравьиного круга будет особенно актуально для тех, кто будет пытаться манипулировать вопросами капитала и информационной повестки. События действительно могут быть катастрофическими, бурными и неуправляемыми. Это будет похоже на критическую точку, после которой собрать разрушенную систему будет невозможно, и это будет понятно. Другое дело, что это все не будет происходить один или несколько дней. Это старт подобного долговременного процесса. Помимо общей острой ситуации, которая будет происходить в эти дни, будет заложена целая программа на разрушение, которая будет длиться от полугода до года. Но наиболее выраженный ее вектор будет развиваться в течение полугодия, по крайней мере, до района 20 апреля 2023 года. Ситуация будет напоминать несущийся с горы поезд без возможности управления и торможения. Будет бушевать водная стихия. Вопросы энергетики, техники, электричества могут подвергаться мощной проверке на прочность. Абсолютно. Это перерождение, но в жестком режиме. Многие могут лишиться прежнего благосостояния и привычного комфорта. Я понимаю, что это уже происходит. Но этот сюжет может быть возведен в степень. Но для тех, кто адекватно будет воспринимать эти процессы, это будет сигнал к тому, чтобы отойти от вероятного эмоционального хаоса и информационного аффекта. Is that it? No, there's more. И начать думать о воссоздании нового мира, как на индивидуальном уровне, так и на глобальном. Ведь у каждого своя задача. Многим покажется, что это время беспомощности, столь мощны будут глобальные процессы. Но здесь будет действовать правило. Если сносят старый дом, не стоит стоять рядом с ним и пытаться остановить процесс. Это может грозить только тем, что обломки могут уничтожить тех, кто будет пытаться это сделать. Но на этом месте будет построен новый дом, так что процессы разрушения будут неминуемы. Почти до конца ноября из-за пыли от разрушительных процессов может быть ничего не видно. Кроме того, любые действия не будут продуктивными.
но после 24 ноября процессы станут более созидательными. Вернее, яснее станет курс, в котором предстоит двигаться. И усилия многих людей, которым казалось, что они топчутся на месте, вдруг обретут продуктивность и идеи, как и идеи начнут словно выкристаллизовываться. И к самому концу ноября, в районе 29-11, вопросы идеологии политического вектора начнут становиться чрезвычайно актуальными. Даже тема туризма станет очень обсуждаемой, как, впрочем, все вопросы международных отношений. Я не говорю о совсем мирной среде, я даю лишь знать, что процессы будут под любым предлогом к этому подталкивать. После 21 декабря 2022 года начнется конкурентная борьба за новые идеи, лидерство на всех уровнях. Но, как бы то ни было, реальные поиски договоренности, сотрудничества, смены общей конфигурации в мире начнутся ближе после 8 марта 2023 года. Абсолютно точно. Продолжаю астрологический период немножко дальше зачитывать. И к району 12.03.2023 действительно начнется некий политический, экономический разворот и поиск мирных договоренностей и возможности создания альянсов. Может быть, новых международных правил. Но это будет лишь небольшая увертюра к новым глобальным историческим процессам. Так как все будет очень непросто, и весна 2023 года развернет совершенно новый исторический сценарий, новые вызовы и смену приоритетов в науке, экономике, финансовых моделях, космических разработках, космос вообще станет первоочередной задачей и вызовом. Космос? По сути, к апрелю 2023 года перед человечеством станут вопросы совершенно иного масштаба и драматичности. 20 апреля 2023 это время станет острой поворотной точкой, где глобальные вопросы Земли и ее отношений с космосом станут исключительно актуальной темой. Это очень глобальная тема, которую я чуть позже постараюсь раскрыть более подробно. Тем более, что ближе к 18 мая 2023 синусоиды напряжения и борьбы, вышедшие на совершенно иной уровень, вплоть до космического, станет самой важной. Будут задеты самые важные вопросы. Это и полная радикальная перестройка финансово-экономической сферы, новый подход к вопросам технологии и природы. Причем это будет происходить в режиме горячих обстоятельств. Это вероятность техногенных угроз, полный переворот в отношении науки, философских системах, смена положения России в общей системе геополитических координат. Абсолютно вижу это. Смена мировых лидеров. Перемены в позиции доллара в общих экономических процессах. Нужно сказать, что массив и весомость перемен настолько глобальны, что требует отдельного пояснения и готовности. Это услышать и понять. И в конце концов радикально будут меняться частотные вопросы Земли и ее обитатели, будут испытывать сложности в отношении этих перемен, и трансформации во многом будет касаться физических тел и возможности восприятия среды. Но и это еще будет лишь началом эпохального исторического переворота вселенского масштаба. И это будет только первый предварительный этап. Уважаемые зрители, благодарю вас за прослушивание. На этом ну, прям очень мало информации, да? Хотелось бы гораздо глубже это узнать, посмотреть. Не знаю, каким образом можно это найти. Но меня очень устраивает его успокаивающий голос. Давайте еще послушаем чуть-чуть. Он читает статьи так завороженно. Наверное, вот это нам пойдет, да? 15 минут. Обожаю вот это вот важнейший сдвиг временной линии. Wikimedia Commons is very interesting to observe. It's like such random, yet so interesting. Вот о эстре. Уважаемые зрители, очень важная информация о том, что происходит и какие сдвиги в планетарном пространстве в настоящее время. Свежая информация от 21 июля 2022 года. Земной альянс сообщает, что несколько недель назад на планете Земля произошел важный сдвиг временной линии, и многие звездные семена на Земле буквально проснулись и обнаружили, что находятся в новой реальности.
Плеядианцы утверждают, что этот мощный сдвиг временной линии произвел коллективный сдвиг сознания и был вызван несколькими мощными толчками высоковибрационных космических гамма-лучей, которые пришли из галактического центра примерно 4 июля 2022 года и создали галактический фейерверк чистой независимости. Это изменение временной линии было в основном замечено и испытано земными звездными семенами, чьи нити ДНК 4 и 5 уже были активированы, поскольку это был точный резонанс гамма-световых волн, ударивших по планете в то время. В утренние часы 4 июля 2022 года звездные семена на Земле испытали очень реальный пространственный сдвиг измерений и полностью вышли из трехмерной пространственно-временной синхронизации. С этого момента многие звездные существа испытали странное чувство того, что они больше не существуют в том же физическом времени или пространстве, в котором они были раньше, хотя вещи вокруг них все еще кажутся такими же. Давайте узнаем, что на самом деле произошло 4 июля 2022 года на планете Земля. Итак, что такое изменение временной линии? Прежде всего, это не сдвиг во времени, потому что время не может сдвинуться, и во Вселенной есть только одно время – это сейчас. Кроме того, вы не были перемещены в новое пространство, потому что во всей Вселенной есть только одно пространство, которое находится здесь. Хотя 4 июля произошел очень реальный и мощный сдвиг во времени, никто не двигался ни во время, ни пространстве. И ни время, ни пространство не сдвинулись. Так что, опять же, почему кажется, что сейчас вы существуете в новом времени и пространстве? А вот почему. В этой Вселенной существуют бесконечные вибрационные уровни реальности, которые могут быть расшифрованы сознанием. Это бесконечные империи Вселенной. Это другие миры, о которых мы слышали. Это параллельные реальности, о которых говорит наука. Мы просто называем эти другие уровни реальности измерениями. По мере того, как ваш уровень сознания расширяется, вы можете расшифровывать эти различные измерения, которые проявляются как мир вокруг вас. Имейте в виду, что физическая реальность проявляется сознанием только как материя. И эта материя не является твердым. Поэтому физическая реальность – это только воспринимаемая реальность. Следовательно, правильное определение временной линии – это просто внешне проявленная воспринимаемая реальность. А правильное определение сдвига временной линии – изменение этой внешне проявленной и воспринимаемой реальности. Друзья, что изменилось вокруг вас 4 июля 2022 года? Так это проявленная вовне коллективная реальность. Миллионы земных звездных семян поднялись на следующий уровень, в том числе и вы. И теперь вы воспринимаете эту новую внешне проявленную реальность. Из этой новой временной линии теперь кажется, что вы существуете в новом времени и пространстве. Но мы заверяем вас, что вы все еще находитесь в том же месте и времени, здесь и сейчас. Просто частота вибрации в этом месте и в это время несколько повышена, что, конечно же, ощущается по-другому. Частично это странное чувство связано с тем, что вы только что приземлились в новом мире, в котором никогда не отваживались прежде. Плюс есть миллионы, может быть, миллиарды других земных существ, которые переживают эту новую временную линию вместе с вами, каждая из которых создает маленький кусочек целого. Странное чувство исчезнет через несколько дней, когда вы научитесь жить в своем новом мире. Это новая земля.